раз пришла на шоу и сказала о том, что Даню ее всегда хотел. Ну, в общем, такая чушь вообще несусветная. Я там ржала. Я не могу ее всерьез воспринимать. Ты свободно говоришь, что я говорю? Нет. Не знаю никакого языка. Мне очень стыдно, почему я не знаю английский. Как относишься к... Все-таки, наверное, больше она здесь не ради того, чтобы отношения и любовь построить, а ради того, чтобы пропиарить свою личико. Вот. Поэтому... Ну, у меня сложилось такое впечатление. Даню очень изменился. Но я думаю, что вы как зрители наблюдаете, вы видите изменения и... Дафина, для проекта он не нужен тебе. Ой, господи. Ребят, те, кто мне пишут такие вещи, я вам скажу единственное одно. Давайте поразмышляем, да, логически. Если бы мне Данил был нужен исключительно для проекта. Допустим, какого черта я бы тогда с ним делала? Вот просто мне объясните. Я как отдельный участник очень яркий. Я могла бы тут существовать как одиночка. Для чего тогда он мне нужен? Просто ответьте мне на этот вопрос. Кто ответит мне, вот the best ему. Нет, по поводу беременности это бред. Не боишься жить совсем молодым Даней? Ребята, у нас разница в... Он в свои 25 на самом деле очень умный парень, поэтому я с ним и в огонь и в воду. Я знаю, что он вылезет отовсюду. Сколько тебе на самом деле лет? Ребят, я уже прихожу к тому, чтобы, наверное, сфоткать паспорт, потому что меня уже напрягает это, правда. Таня его домой ездила и возила знакомиться с родителями. Я к ним подходила фоткаться в ресторан. Может, Таня прочитает и вспомнит. Было видно, что у Тани глаза горят и у Дани. Так, это, наверное, когда мы как раз отмечали мой день рождения. Скучаешь по Брянской? Честно, да. Ты намного его старше и сейчас не... Про 2 года. Ну, Господи, Бог с вами. До Дани я тоже так думала, что мне нужен мужчина постарше. Как бы у меня немножко был другой образ, да? Видение своего мужчины рядом. Но когда я встретила его, я поняла, что на самом деле возраст — это вообще полная ерунда. Так. Твои родители относятся к Дане? Мои родители, ребят, я вам так скажу, мои родители очень мудрые люди, я их безумно люблю, они всегда поддерживали мой выбор, всегда. Никогда такого не было, чтобы кто-то из них был против моего выбора, потому что они знают, что их дочь не дура, она знает, что рядом какой с ней должен быть человек, и они только за мое счастье. Я вам скажу еще так, что лично для меня категорически я против того, что родители как-то лезут в отношения. Я категорически против. Поэтому, если сейчас меня смотрит чья свекровь или теща, то я вас призываю не лезть, пожалуйста, в отношения ваших детей, потому что это может привести к не очень плохому исходу. Диету не соблюдаю,
Яхта любви будет вести Лера Фрост. Ребята, я понятия не имею, какие там были договоренности, кто должен был вести, поэтому ничего не знаю. Таня, Анна Брянская придет на проект? Нет, не планирует. Ты бы отпустила Даню на яхту? В качестве ведущего, да. Мы с ним даже это обговаривали, конечно. Я бы только порадовалась за его успехи, и я в нем уверена на 100%. Венера ставила в Москве. Я на проекте почти год. В ноябре будет год. Буду, кстати, отмечать. Спортом не занимаюсь. Ребят, мне наоборот надо спортом заниматься. Вы на самом деле... Мне очень приятно, что всегда вы пишете про мою фигуру, но мне еще... заниматься и заниматься до идеальной фигуры, честно вам скажу. Поэтому спасибо, конечно, мне очень приятно. Но... Если бы Даня стал ведущим, не было бы обидно? Честно, ребят, конечно, нет. Потому как я безумно бы за него порадовалась. Я знаю, что он тоже был бы не против быть ведущим. Я, конечно, этого очень хочу, он это знает. Но если бы кто-то из нас этого достиг, слушайте, я была бы безумно счастлива этому. У тебя такой большой лоб. Он у меня огромный. Знаете почему? Потому что очень много мозгов вот здесь. Вот здесь вот. Прям... Кто самый искренний? Я вам скажу так, что искренних на самом деле не так много, как вам кажется. Как по мне, искренняя Милена, она до безумия любит Безуса. А перечислять сейчас можно долго. Я теща, дети живут 12 лет, двое деток, и с дочкой, и с зятем друзья, видимся каждый день, уважаем друг друга, помогаем во всем, ты права, что лезть не надо, пусть дети сами решают. Вот, золотая теща, идеальная, поцелуйчик вам. Ведущий Дом 2 хочешь или вообще? Ребят, ну, куда возьмут для начала, я не знаю. Я была бы рада любым предложениям в качестве ведущей. Поэтому, если сценарий на Доме 2, даже... Честно, ребят, вот даже такие вопросы не пишите, потому что я в миллионный, миллиардный раз отвечаю и уже устала. Покажи новую прическу Дани. Сейчас покажу. В ванну пошел. Говоришь, в нос. Да, у меня небольшой нос. Дани, иди покажи прическу. Да. Даня. Сказать тебе или каким-то людям? Людям. Зачем людям? Иди покажи.
Такой он смешной. Че, стрёмно? Но я люблю, когда он волосатый, честно. А что, я специально волосы оставил. Сейчас я вам покажу. Оцените. Ну зацените. Как? Тебя плохо видно, встаньте свет. Наши любимые друзья. Ножки. Ну как? Так. Ну ты пониже так. Чуть-чуть. Так. Так. Ну, короче, нифига не понятно, если честно. Ну нормально. Данечка у меня самый лучший. Поэтому я не удивлена, что ты хочешь именно к Даниилу. Нет, мне сменили комнату. Это моя больная тема, давайте ее даже не трогать, потому как... Нет, ребят, мы не переехали. Знаете почему? Потому что Даниил... Кто выглядит все хуже? Да, носик заложен у меня, я приболела. UDDEX. На самом деле, ребят, он пьет очень сильные таблетки. Очень сильные. Поэтому я вижу уже изменения. Нравится ругаться. С кем? Ты на самом деле очень милая девушка, хотя по эфирам кажется иначе. В эфирах вставляют Крузеллу Татьяну. Тональный крем у меня самый обычный. Он мне желает добрых снов, ребятки. Я, наверное, тоже уже буду вам желать сладких снов. А я считаю, что Ульянцева переигрывает. Я считаю, что она немножечко исполняет, так сказать. Так, все. Давайте заканчивать вопросы. Вопросы-ответы. Рада была вас слышать и видеть. Целую, обнимаю. Эфир сохраню. Так что, возможно, завтра еще получится выйти. Поболтаем с вами. Ладно? А сейчас всем спокойной ночи. Не болейте. Любите, цените друг друга. Обнимайте, потому что скоро холода. И нужно греться.